Доброе утро. Мы с Асечкой уже гуляем. Пришли мы в Валберис после прогулки забрать товар. У меня уже был с ними инцидент, когда я пришел за 10 минут, мне сказали, что мы вам ничего не отгрузим 10. Я говорю, ну как бы окей, там поскандалили чуть-чуть. Сейчас я пришел, сижу, жду время. Я пришел опять без 10, но уже не ломился. Время 10. Видно, нет? 10.02. Подошел я ровно 10 туда. И что вы думаете? Там написано 15 минут технический перерыв с 10.00. То есть откроются они в 10.15. Я посмотрел, там даже вообще никого нет. Там конь не валялся. И я думаю, что просто человек опаздывает. Просто жестко опаздывает. Сейчас вам покажу, чтобы не быть многословным. Вот он, Валберис. Сейчас. Никого там нет. Все пусто. Из принципа дождусь и спрошу, что же за технический перерыв такой, блядь, у них. Ась, иди сюда. Ой, блядь. Асечка, иди сюда. Я понимаю, что ты тоже хочешь забрать наши вещи и пойти домой. Будем ждать. Что делать, Асюш? Что делать? 10.03, блядь. Сегодня, кстати, хочу... Сегодня хочу вам почитать лайфхаки по поводу омоложения. Это я купил вчерашнюю книгу. Там 114 лайфхаков. И я вот почитал вчера, очень много есть прикольных. Конечно, есть, ну, так себе лайфхаки. Вот, а есть очень прикольные, причем фишка их в том, что они очень просты в использовании и не нужно никаких затрат дополнительных. А все вот просто как бы настолько просто и интересно, что я хочу вам зачитать их, чтобы вы попробовали. Это эти лайфхаки по методике омоложения, по методике японского врача, диетолога, не помню ее имя, естественно, блядь, японское, чтобы я запомнил. Вот, и, в общем, короче, ее услугами пользуются очень многие звезды в Японии. Сама она выглядит реально очень круто. Ася! Может быть, в этом видео зачитаю, может быть, специально отдельно сделаю. Скорее всего, сделаю отдельно, чтобы вам было удобнее это все смотреть, листать. Ась! Что у вас? Аська. Аська. Жопа. Не надо меня лизать. Не надо меня лизать. Котенок. Сиди в тепложителе. Да? Блять. Маленький ребенок. Тоже народ подошел. Все ждут, когда закончится технический перерыв.
В общем, девушка реально была там. Зря я наговаривал на девушку. Девушка хорошая, реально что-то там делала. Прям Ася, Ася, нам не сюда. Короче, заказал это средство для роста активации волос для мужчин. Как на щетине, для щетины, так и для бороды, и так и для волос, собственно. И золотую цепочку вот этого Соколова. Посмотрим сейчас. Так. О, господи. Так, ну что, распаковочка. Смотрите. Не знаю, насколько хорошее это средство. Я читаю отзывы на Валберисе. Читаю отзывы. Почему я занялся вот этой историей, да, по поводу против выпадения волос? Сейчас, секунду. Закроем шкаф. Чтобы вас не напрягал. Сейчас еще кое-что покажу. Секунду. Тоже вчера пришло с Валбериса. Заказывал. Короче, почему я занялся этой историей? Мне кажется, что у меня одно время выпадали волосы реально жестко, и я как бы не парился, выпадают и выпадают, мне вообще было пофиг. Но сейчас я хочу подотрастить волосы, и отращивать сопли не очень хочется. Поэтому я думаю, дай-ка я попробую что-нибудь с ними сделать. Заказал вот такой шампунь. Не знаю, что за шампунь, Алерана. Я посмотрел, у них вообще все шампуни направлены на какую-то проблему. Это шампунь специально для мужчин, есть такой же и для девушек, женщин. Шампунь активатор роста. Предотвращает выпадение, стимулирует рост волос. Вчера я им пользовался. Каких-то ощущений, там какие-то покалывания, жжения нету у этого шампуня никаких. Как абсолютно обычный шампунь. Будем смотреть, буду пробовать дальше, естественно, пользоваться. Якобы он номер один от выпадения волос. Этот шампунь для рана. Он недорогой. Он реально стоит рублей, по-моему, 400, что-то такое. Буду пробовать, интересно, работает, не работает. Не работает, окей, работает прекрасно. Заказал также средство для роста не только волос, но и бороды. Лосьон. Косметический, стимулирующий, для стимуляции роста волос. Вот так это выглядит, тоже для мужчин. For men. Turbo Hair. Очень многие жаловались, что тут ломает это очень плохая пипка, якобы. Жалобы на нее. Че, блядь? Пипка как пипка. Пахнет спиртом. Пахнет спиртом. В составе реально, по-моему, есть спирт. И он такой, знаете... Да, какая-то у них проблема с этой крышкой. Реально. Как будто, как, знаете, подтекла чуть-чуть. Но вроде полный. Так это выглядит. Хотите добиться максимального результата? Усилить действие лосьона поможет мезороллер Turbo Hair. Блять, аж прям голова мне зачесалась. Я когда покупал такой мезороллер. Бля, я когда лоб себе катал по лбу, бля, я просто обчихался. И причем мне сказали косметологи, что это нормальное явление. Не знаю, я, блин, что-то как-то не хочу. Способ применения Turbo Hair лосьона. Лосьон наносится на участки кожи с поредением или отсутствием волос на голове или бороде, либо по всей области бороды. Наносите средство не на волосы, а на чистую кожу. Для этого разведите волосы, сделайте пробор. Нанесите лосьон 2 раза в сутки, утром и вечером, или с перерывом не менее 8 часов. За один раз наносится 1 мл лосьона, это 20 капель или 1 пипетка. После нанесения втереть массирующими движениями и не смывать.
Продолжительность применения лосьона Turbo Hair определяется индивидуально. Первые изменения, как правило, ощущаются уже через месяц применения. Чтобы добиться видимого результата, потребуется 3 месяца. Следуйте инструкции, наносите лосьон ежедневно, 2 раза в сутки. Процедура займет всего 1,5 минуты, и вам не придется тратить время на скучные походы по салонам и кабинетам. Достигнув желаемого результата, не бросайте использование лосьона резко. Закрепите результаты, затем постепенно уменьшайте дозировку, чтобы избежать синдрома отмены. Не прерывайте использование Turbo Hair. 180 дней, 360 процедур по 1,5 минуты, и вы гарантированно будете довольны результатом. Ну что ж, будем пробовать. Действие лосьона ускоряет рост волос по всей области головы и бороды, восстанавливает потерянные волосы при алопеции и облысении, будет спящие фолликулы и восстанавливает повреждения. Увеличивает объем и густоту волос, останавливает выпадение волос, продлевает срок жизни волосам. В общем, какая-то такая история, честно говоря, самому интересно, сколько это стоит. Кстати, сейчас скажу, сколько стоит мне на этом телефоне Валберис. Это стоит 500 рублей. А где шампунь? Покупки. Шампунь 400. Вот. Ну и что, смотрим цепочку. Там цепочка. Это Соколов. Это, блядь. Честно говоря, не знал свой размер, так измерил рулеткой. Это 19, по-моему, заказал. Хуй, блядь, наденешь сам. Чё, очень прикольно. Девятнадцать. Можно было и 18 брать спокойно. Не, 19 отлично. Все. Видите, все у них в коробочках у Соколова. Все вообще прекрасно. Про Соколов очень крутые отзывы. Очень. Я, честно говоря, никогда ничего не покупал у Соколова этого. Девушка там распечатала сама, на камеру показала, что мне отдала это изделие. Так. Вообще-то я все выкидываю. Ой, нос чешется. Что, на дачу что ли сегодня поеду опять? Здравствуйте, меня зовут Кристина, я занимаюсь привлечением клиентов в бизнес через Инстаграм. Кристина, иди нахуй. Нахуй иди. Заебали своим Инстаграмом, заебали свои, блядь. Сука, кому это, блядь, надо? Вот эти, блядь, накрутки, хуютки, блядь. Кристина, иди нахуй. Откуда у вас вообще мой номер, блядь? А, у меня висит в Инстаграме этот рабочий номер. А у меня нос зачесался не от этой хуйни. Короче, пойду я пробовать всю эту херню, попью сейчас кофейку и поеду. И поеду, и помчусь. Сколько там время? Мне в 12 в сервис надо. Наверное, съезжу сначала в сервис. Время 10:30, ну, конечно. Съезжу в сервис, поправят мне эти лампочки горящие. И в спортзал. Потом, может быть, на дачу. Единственный минус на даче, вот единственный минус на даче, нету вблизи вообще спортзалов никаких, никаких, только йога. Придется делать самому спортзал там какой-то. Сколько вообще стоит, как называется это для всех групп мышц, есть такой тренажер. Так, тренажер
Ну, как он называется? Ну-ка, многофункциональный для дома. Ну, посмотрим. Да. Блин, он всего 35 тысяч стоит. Он всего стоит 35 тысяч. Бля, огонь. Вот оно, то, что я хочу. Он всего стоит 35. Скрин. Блядь, супер, это то, что мне надо было. Тут, правда, это еще есть боксерская груша, она мне нахуй не нужна, блядь. Где я и где бокс? Вот еще какой-то есть за 45. Блин, круто. Круто. Так странно. А вот этот, который спину делать, 419 тысяч. Да, 419 тысяч. Очень странно. Хотя в том тренажере есть спина тоже. Очень странно. Для спины тренажер вообще 516 тысяч. Шикарный тут тренажер, шикарный. Наверное, его надо будет купить. О, ноги. Для ног 76 тысяч стоит. Оборудую в гараже. И будет заебок. Так, ну что, кофеек. И это, Ирис, отойди, я точно тебя вылью. Кстати, девочки и мальчики, по поводу книги омоложения. Я отдельно все-таки буду вам отдельными видосами это все снимать и зачитывать. А, все будет по разделам. Тут вообще 8 глав на разные вообще истории. Например, сейчас зачитаю вам эти истории. А, глава 1. Лайфхаки по питанию. А, глава 2. Лайфхаки по красивой, для красивой фигуры. Лайфхаки для светящейся нежной кожи. Лайфхаки для красивых волос. Лайфхаки для красивых и ясных глаз. Лайфхаки для молодости кожи, шеи и рук. Лайфхаки для здоровья духа. Лайфхаки для молодости мозга. 8 глав. Я думаю, что мы отдельно прямо запишем с вами, да, 8 видосов. Я их всех подпишу. Отдельно создам группу в видосах, и мы будем, и вам будет просто удобно это все изучать. Они реально очень простые, прям вот проще некуда, и просто вам будет так удобно. Мне кажется, реально так будет удобно. Тут и про кишечник, и про все. И сегодня я вычитал, сейчас вам дам один совет. Нужно пить воду теплую, обязательно при пробуждении нужно пить теплую воду. Позже я скажу, какой температуры, чтобы это все было все четко. Фишка вся в том, что у нас организм, в организме есть как положительные бактерии, так и отрицательные. Холодная вода, она стимулирует размножение именно плохих бактерий. А теплая вода, она увеличивает в нашем организме, в кишечнике положительные бактерии. И стул улучшается, и вообще все у вас будет прекрасно, и вы пробуждаетесь. И спускайте организм. Короче, чтобы не пиздеть лишнего, я буду вам реально зачитывать с этой книги. Книга клевая, не все, все могут ее позволить купить себе. Она стоит, по-моему, рублей то ли 400, то ли 500. Для кого-то это много, для кого-то вообще, у кого-то нету, наверное, в городах такой книги. Я сказал на Валберсе, мне пришло. Чтобы вам не тратиться, короче, я зачитаю вам это, всю эту историю. Все нужные абзацы мы будем с вами изучать вместе. Все. Короче, я пошел пить кофе. Еще маленькую дозу. Молоко. А, и кстати,
После пробуждения йогурты обязательно нужно разогревать 40 секунд хотя бы при 500 ватт в микроволновке. Что у меня закончилось? В микроволновке нужно разогревать. По поводу, потому что то же самое с бактериями. По поводу кофе. Кофе пить обязательно. Обязательно пить кофе. Тоже опять же все в меру. Вы должны делать. Это я вам сейчас таких три дам лайфхака, таких, чтобы пока вы ждете, чтобы эти видосы, чтобы вы понимали вообще, о чем речь. По поводу кофе. Кофе можно пить даже, рекомендует она пить, даже растворимый. И я, в принципе, всегда его пил и никогда не брезговал. Короче, ни мне не парило никогда. Не смотрите на мою голову, я еще не этот... Я умывался, но душ еще не ходил. Сейчас схожу, все эти штучки намажу себе. Вот, и... Кофе можно пить даже растворимый. Там вот это кислота вот эта нане. Короче, я это все зачитаю вам точно. Короче, если вы пьете кофе, то кофе в зернах нужно пить сильной обжарки. Если вы пьете растворимый, пейте растворимый. Там при какой-то сульбинации, вы понимаете, о чем я говорю. Сублинированный кофе. Короче, там все сохраняется. Вся вот эта кислота нане, которая, она сохраняется. В общем, более точно, детально мы будем разбирать в каждом в следующих видео. Вот. Все. Пока я пью кофе. Всем доброго утра и отличного настроения. Я погнал сейчас кофе в душ и по делам. Все. Пока. Ставьте, ребята, лайки, кстати. Чего такие? Ставьте лайки. Пишите комментарии. А то вы мне пишете, блядь, в Инстаграм. По поводу... оставляете отзывы в директ в Инстаграме по поводу Ютуба. Блин, ребят. Ну, Ютуб Ютубом, Инстаграм Инстаграмом. Я не хочу никого грузить в Инстаграме Ютубом. Поэтому давайте Ютубы в Ютубе вы будете мне там писать, а в Инстаграме про Инстаграм. Все. Не жмитесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас целую. Пока.